И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Иван Смит, и мы играем в офигительную просто игрушку Time Rifters. Почему меня так долго не было? Целую неделю я не выкладывал видео. Ну ладно, но зато теперь вы можете заметить, у меня новый микрофон, это хорошее качество звука, это круто. И сегодня мы продолжим играть в Time Rifters, но мы попробуем дневной челлендж. То есть дневное испытание. Что тут будет? Это будет сложно. Посмотрим. Так. Ага. Вот. Круто. Так, вот у нас тут таблица рекордов. Ух, ничего себе, нам сложный уровень попался. Максимум 77% снесли. Ха-ха. Не обещаю, что я его как-то хорошо снесу, но поехали, давайте попробуем. Так, что у нас тут обещает уровень? Так, игра, давай. Неужели настолько сложный уровень, что даже его сложно загрузить? О, отлично. Так, братаны, вы чё, ну вы готовы же, да? Вы готовы? Так, у меня есть сразу 550 денег в начале. Можно что-нибудь себе прикупить, например, тащерскую пушку. Я чувствую, никто не покупал тащерскую пушку, поэтому никто и не мог тащить. Так, я могу еще один апгрейд купить, например, панч. В принципе, нормально. Ого! Тут у нас карта есть. Так, а что это за черные? Их вообще долго разрушать, что ли? О, господи. А что это за числа? Ну ладно. Но вот тут 3376 чего-то. Не знаю, ладно, посмотрим, в принципе. Так, а он показывает даже мое местоположение. Окей, так. В общем, направляемся вот в эту комнату. Тут много красных блоков. Мы их разнесем, накопим денег, и будет все круто. Так, давай, захожу. Так, что тут у нас? Так, надо это разносить. Все разносим. Давай. Ты тащерская пушка, ты хорошо. Главное все немножко хотя бы отравить, чтобы оно было отравлено. Нам времени дается целая минута на прохождение этого уровня. Мы тут должны как можно больше заразить. За это время оно еще потом вот. Да, короче, очень быстро надо все делать. Вот вообще. Так, нужно спешить. Закрыто с другой стороны. О, господи, что делать? Так, давайте еще первую комнату немножко поразносим. Отлично. Надеюсь, мы наберем много денег, чтобы мы могли проапгрейдить наше оружие. Так, куда мы можем еще идти? Вот, там дверь открытая, я видел. Мы можем во вторую комнату еще пойти и что-нибудь тут поразносить, например. Вот так вот это все, вот это вот все отравлять. Надо все отравить нашей кислотой, которая у нас в пулях заложена. Давайте, быстрее разрушайте. Я должен еще очень много чего разнести тут. Давай. Отлично. Давай. Не понял, кислота что не навсегда. Прикольно, да? Так. В общем, не особо мне как-то кажется, что мы пройдем этот уровень. По-моему, это будет капец как сложно. Реально. Но я буду пытаться. И у нас целых 5050 голды. Ну, блин. Может, какое-нибудь оружие такое взять, например, Flag Cannon, да, наш пулеметик. Так, кислота, как всегда, кислота. Вот, я думаю, тут отскакивание от стен вот такое вот будет само то. Ну и мне кажется, что вот этого будет очень мало, поэтому надо прокачать немножко флака и немножко скорости. Вот это я понимаю, так они еще и отскакивают, поэтому... Так, вот, вот мы изучаем, типа, карту. Так, куда мы пойдем? Мы пойдем прямо. Прямо. И на... Ладно, пойдемте куда-нибудь, в общем. Вот тут поможем нашему чувачку начать разносить. Так, давай. Отлично. Вот так, начинаем. Все супер, все просто супер, офигенно. Так, разносим. Там наверху блоки, все. Пофиг на них. Так, вот тут разносим все. Так, давай, разноси, отлично. Отлично, проходим сразу дальше. Вот тут мы не были, вот тут мы должны очень много чего разнести. Вот, например, эти блоки и эти. И главное побольше заразить. Заразить главное побольше. Вот тут по площади... А, я в блоках застрял. Ладно, давайте вот прям вгрыземся в эти блоки. Тут желтые еще какие-то блоки. Ладно, давайте тут все. Попытаемся хотя бы эту комнату разнести. Поскольку я чувствую, нам минуты даже не хватит, чтобы эту комнату разнести. Но, во всяком случае, мы попробуем. Давай.
Так, отлично, это что такое? Это супер прыжок, отлично, отлично, супер прыжок нам поможет. Давайте еще раз супер прыгнем. Отлично, зачем, не знаю, но все равно это помогает немножко. И что-то мне кажется, все очень плохо. Даже денег, наверное, мало. Нифига себе, я денег насобирал. 23 тысячи, это же где ж такое видано? Ладно. Ладно, это офигенно, да, это офигенно. Так. Так, что бы за тебя выбрать? Давай, на тебя еще одну тачерскую пушку выберем. И проапгрейдим ее вообще круто. Вот так. Вот так. Вот так даже. Даже вот так вот. И это... Вы просто посмотрите, она еще через блоки бьет. Это ж офигенно. На, давай, давай, давай. Вот поверху давайте. Немножко побьем поверху, поскольку поверху мы не били. И вот тут у нас тоже мало что у нас избито было. Так, вот это еще, вот сюда еще можно пройти. Ну-ка. Ох, странная комната с желтыми блоками. Че ж у вас тут так много желтых блоков? Почему? Почему именно желтые? Почему, 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 почему? Почему желтые блоки? Ну, во всяком случае, с них денег много падает, и это меня радует. Я еще сюда вернусь. Вот. Хотя нет, давайте быстренько тут добьем все это, чтобы деньги уже наши собрать, которых тут у нас будет очень много, аж целых уже 20 тысяч у нас. Так, побежали в следующую какую-нибудь комнату, где я еще не был. Я думаю, нам надо это сделать очень быстро. Так, давайте, 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 спринтуем, спринтуем. Давайте, давайте, давайте. Вот так, вот так, вот так. Бежим, бежим, бежим. Где мы еще не были? Вот тут мы еще не были. Что это? Это какой-то треугольник. Это непонятно что, но мы это должны разнести. Мы это не разнесем, ну и что? Ладно. Вот настолько я не понимаю, как это можно вообще пройти. Но я буду стараться, да. Но это гораздо сложнее, чем любые уровни в компании. Да. Ой, так, что бы взять? Давайте лазер возьмем. Проапгрейдим его, вообще круто как нужно. Так, еще раз, 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 раз. Во, прикольно. Вот это я понимаю лазер. Ну-ка, давай зарисуем. Тут немножко блоков, там немножко блоков, тут немножко блоков, везде немножко блоков. Так, и побежали сразу к тому нашему треугольничку. Так, треугольничек. Где ты? Вот ты тут. Тебя надо зарисовать. Вот прям вот так надо обрисовать тебя. Чтоб ты начал немножко отравляться, да. Пойдемте в еще одну какую-нибудь комнату. Вот тут у нас... Много чего есть, тут много красных блоков, ее жалко, в начало не поставили. Вот, так, разносим, разносим, у нас еще 27 секунд, ну, в принципе, нормально. Так, давайте, 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 разносим, мы успеем вот это разнести. И, да, и, в принципе, все, деньги там нам уже больше не нужны. Отлично, сколько тут мы все разнесли, отлично, дальше идем, вот тут у нас, ничего себе, у нас, точно, мы же это место тут... Дофига у нас блоков. О, господи. Сколько тут всего. Сколько тут объектов. Давайте дальше пойдем. Ух ты ж, нифига у нас тут шар. Это типа все, время закончилось. Да, мы заняли пятое место. Круто. Мы заняли пятое место. Это же офигенно, да? Да, да. 22%. О, господи, реально. Это невозможно проходить. Я занял предпоследнее место. Как они это делают? О, господи. О, это было сложно. Это реально было очень сложно. Реально, это было просто неимоверно сложно. Я не знаю, как в это играть нормально. Объясните мне. Ладно, давайте поиграем в уровни от других игроков еще какие-нибудь. Ну-ка, давай. Случайно. Вот, например, вот это, вот это. Вот это, что это, что это? Давай, play. Play. Загрузился уровень. Давай, покажи, что это за уровень. Мне прям даже вот очень интересно, что это тут будет за уровень у нас. Так. Ой, вот стойте. Так, отлично. Ах, так.
Ну, ладно, посмотрим. Ага, поехали ты, кислота. Вот эту штуку прокачать на... Ну и, в принципе, нормально. Так, идем вперед-вперед, направо. Направо, вверх. Да, вот я по вот этому пути буду идти. Так, о, что это? Это надо встать сюда? Или что это? Что, что делать? Зачем я тут стою? Ну, походу, сюда нужно постоять немножко. Да, чтоб... А, чтоб другие игроки могли прыгать. Я допер, все. Все, я постоял, я думаю, другие там уже посносят за это время. Отлично, вот тебя нужно немножко начать сносить. Надо как можно больше отравить. Так. Отлично, за следующих игроков доделаем. Вот тут прыжки эти. Во, вот это вот надо все вот снести. Отлично. Вот на этих уровнях вот как раз вот моя вот тащерская пушка вот прямо вот подходит. Нет, я упал. Ладно, добьем на следующий раз. Тут пока вот это еще снесем. А, отлично, просто супер. Просто офигенски. Так, давайте вот это еще начнем немножко сносить. Ага, давай. 3 секунды осталось, а денег мы не накопили. Круто, да, круто. Осталось 3 секунды, а денег мы не накопили. Просто офигенно. Так, 2000. Угу. Давайте чисто нашими тащерскими пушками попробуем замочить тут всех. Да, денег нету, ну ладно. А, отлично, давай. Он сейчас нас встанет, а мы прыгнем. Прыгнем, все, мы прыгнули. Можно было, в принципе, долго там и не стоять. Можно было вот так вот. Так, сейчас мы тут все разукрасим у нас. Давай, разукрашивай. Твоя задача тут все разукрасить. Отлично. Все, в принципе, сюда можно даже не возвращаться. Или... Так, нет, отсюда я могу выпрыгнуть. Мне пока на секунду показалось, что отсюда я не могу выпрыгнуть. Так, давайте, куда пойдем? Направо. Так, вперед, точнее, и налево, да. Пойдем вперед и налево. Так, давайте соберем деньги с наших желтых блоков, чтобы у нас их было вообще много, и мы могли что-нибудь крутое нам купить. Отлично. Так. Ты что тут? Тебя нужно еще открывать. Да неужели? Давай. Давай. Сколько ж у вас тут жизни-то? Так, ну я еще постреляю туда немножко. А, отлично. Это у нас какие-то стрекозки. Непонятные. Ну, их мы сейчас тоже снесем. Все будет просто офигенно. Да. В общем, я для себя установил одну вещь. Пользовательские уровни капец какие сложные. Реально, это просто очень сложные уровни. Это просто реально... Так, во, отлично. Так, мы наверх прыгать не будем, мы сразу пойдем вот тут немножко снесем. Отлично, вот просто супер. Да, немножко посносили и валим отсюда, вот сюда. Давайте вот это все снесем. Да, вот тут вот начнем наших стрекозок бить, которые вообще непонятно зачем здесь летают. Эх, так, отбиваем просто стрекоз наших, просто отлично, офигенно. Это там немножко заразили, вот желтый блок, давай, желтый. Желтись. Так, закрыто с другой стороны. Да ладно, с какой с другой стороны? Как мне попасть на эту другую сторону? Объясните. Ладно, посмотрим еще. Если я вообще до туда дойду. Так, отлично. Что делать-то? Вот тут можно пропрыгать. Пропрыгать, я сейчас буду прыгать. Зачем? Вот сюда нужно было пропрыгать. Отлично. О, у нас там проходы. Ну, я уже туда не попаду. Да, это просто нереально сложно, реально это нереально сложно. Давайте возьмем еще нашу тащерскую пушку, проапгрейдим ее хорошенько. Да, вот она у нас офигенная. Теперь пойдемте прямо, направо и до упора прям пойдем. Так, тут немножко снесли, там другие наши игроки снесут. Так, тут тоже все снесли, по-моему, не знаю, времени нету оставаться. Так, вот, закрыта дверь закрыта, ее нужно сразу начать разносить. Отлично. Давай. Во, все открылось. Это что у нас тут такое? Это у нас пирамида, которая позволит нам прыгнуть еще наверх. Не знаю, зачем нам наверх, но
Давайте прыгнем сейчас, если я смогу забраться туда. Я смогу. Видите, паркур. А зачем нам сюда? Мы куда-то еще можем пройти? Нет, не можем. Давайте тут до конца все добьем. И, в принципе, на этом, я думаю. Все, что мы сможем сделать, это все. Да. На. Так, на. Давай, все, сноси. Давай, отлично. Офигенно, у нас 5 секунд вместе. Мы прям все сейчас снесем. Да. Все. Смотрите, реально, так. Ну, мне на самом деле понравилось. Так. Я занял 115 место. Спасибо вам, спасибо. Я занял 115 место на этой карте. Но она была прикольная, во всяком случае. И да, я думаю, на этом мы сегодня закончим нашу серию кастомных карт. И... блин, это было сложно, реально это было очень сложно. Прям вот очень сложно, прям очень-очень. Ну, я думаю, вы подпишитесь, поставите лайк, а с вами был Иван Смит, всем удачи, всем пока!